Плохотню готовил на меня покушение. На том видео говорит один не из последних, один не из последних людей в криминальном мире на постсоветском пространстве, который рассказывает, как готовилось, кто, как познакомился с Плохотнюком. Есть дела на территории страны Евросоюз. Вот мы в этой же студии с вами обсуждали ситуацию с Борманом, с наркотиками. Целую передачу это посвятили. Вы просто забыли, это было полтора года назад. Это Испания. Какие еще два государства Европейского Союза? Нет, я не буду называть. Вы утверждаете, что кроме дела в Испании по наркотикам, да, в котором фигурируют люди из ближайшего крушения Влада Плохотнюка, может быть, есть еще... и фигурирует сам Плохотнюк. Он политическое убежище уже запросил. Где? В Соединенных Штатах Америки. Я даже уверен, что они ему его дадут. Но Америка очень прикольная страна, в плане чего, что как дадут, так и заберут. В случае серьезных оснований могут в любой момент отменить.